Барон победу одержал и ополчение разогнал. Горбун казнен, а девушка закрыта в башне на века. Ура! Вот и закончилось сражение, но снова будет представление. Давайте хлопать всем артистам, бойцам, актерам и статистам. Теперь оцепление может быть свободно, зрители могут подойти к рыцарям, посмотреть поближе их доспехи, сфотографироваться, узнать, не жарко им и, конечно же, наслаждаться своим временем на территории 17-го международного рыцарского фестиваля «Генуэзский шлем». Thank you.